Разговор сегодняшний будет по поводу Amazfit Bip, который у меня уже в использовании около 2 месяцев. На нем стоит русский циферблат кастомный из прошивки. В описании будет видео о том, как прошить данный браслет, как установить другую оболочку, как поменять циферблат. Вот. В этом же видео я хотел бы рассказать о других функциях данного девайса. У многих людей есть такое приложение, как Mi Band. Очень полезное, хорошее. Вот. Хотелось бы остановиться поподробнее в этом приложении о настройках Amazfit Bip. Сейчас происходит синхронизация с моими часами данных. Данные синхронизировались, пишет. Сейчас запустится наша оболочка. Конечно, на Mi Band 2 намного быстрее происходила синхронизация. Коннектились они гораздо быстрее. Здесь же нужно немного подождать для полной синхронизации. Дальше у нас открывается меню тем, о том, как им пользоваться и как устанавливать сторонние циферблаты, я уже рассказывал в предыдущем видео. Ссылка также будет в описании. Вот, это стандартные циферблаты, которые предлагает компания Xiaomi к данному продукту. Продукт без проблем коннектится с их приложением. Есть специальные настройки от компании. Но хотелось бы поговорить о другом. Сейчас прошивка стоит 1.0.86. Данный девайс я уже настроил под себя. И этот фитнес-трекер у меня находится сейчас на правой руке. Здесь можно поменять руку, правая, левая. Видимость включить, выключить для прошивки, это немаловажную роль играет через приложение стороннее. Если будете прошивать, то ну, желательно будет включать. Найти часы, функция очень хорошая. Также на часах можно зайти в часы, в меню, в настройки и найти телефон. Очень помогает обоюдная связь. Такого на Mi Band 2 нет. Это как бы одно из отличий, поскольку здесь и циферблат больше, и информации, выводимой на циферблат, намного больше. Вот. Далее, есть еще поднятие запястья. У меня здесь выключена эта функция. При поднятии запястья в определенное время можно выставить, циферблат будет загораться. Чтобы меньше разряжался, я выключил эту функцию у себя. Дальше, определение пульса тоже выключил, и во время сна, ну, мне эта функция не нужна. Мелодию по умолчанию для поиска можно поставить, вот, либо выбрать мелодию. Вот. Так, далее. Настройка экрана часов, самое интересное. У меня из настройки экрана на часах работает только настройка, пункт. Далее можно вывести пункт таймер сюда же, он изначально выведен, пункт будильники. И при включении разблокировки и включении у нас будут эти функции доступны. Погоду также мы выводим в видимый режим, статус, компас и функцию активности. Все, сохраняем. И теперь наш замечательный чудо-браслет работает со всеми этими функциями. Так как мне они не нужны, я оставил себе только настройки. Далее,
Настройка погоды в том городе, в котором вы находитесь. Выбирайте температуру в Цельсиях, либо же Фаренгейту. Определяться будет, вернее, показывать будет. Ну, вот, в принципе, и все по настройкам. Здесь же можно и отвязать браслет от приложения Mi Band. Это также нужно будет при прошивке. Всем, кому была полезна данная инструкция, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться. Можете добавить меня в друзья. Для этого вам нужно будет на паузу нажать и отсканировать мой RQ-код, который вы видите на экране. Либо же по ID найти, предложить дружбу, я добавлю всех в друзья. Тогда в этом приложении вы сможете просматривать статистику мою за день. Также я смогу просматривать вашу. Общаться можно будет через WeChat приложение китайское, либо QQ. Вот. У меня они подвязаны к данному приложению. Все, всем спасибо за просмотр. До свидания.